Да, братцы, бывают в наших садах еще и вот такие деревья. То были цветочки маленькие, а теперь ягодки в обхват диаметром. Веток множество, целый шатер. Тут без хорошей спецодежды, куртки, да каски на голове не обойтись. Ну и понятно, без хорошего инструмента. Ну что ж, поработаем и с таким деревом. Прежде чем его обрезать, конечно же, смотрим, если оно плодоносит и плоды более-менее нравятся, яблоки или груши, то стоит его еще поддержать, конечно же. Ствол хороший, крепкий, дупла нигде нет. То, что меня часто спрашивают, шелушится кора, это не болезнь? Нет, это еще хороший. Если нет никаких дупел, никаких там дырок в дереве, явных повреждений, значит, дерево еще долгое время простоит при надлежащей работе с ним. Итак, прежде всего к этому дереву нужно как-то подобраться, подойти, залезть в его крону с помощью лестницы или просто залезть, влезть вовнутрь. Хорошо, если дерево вот так вот подпустило к себе еще, к стволу. Бывают такие, что ветви нависают очень низко, и в первую очередь, конечно же, будем работать снизу. Тут, пожалуй, что я здесь для наглядности буду резать вот такими пилами ручными, а вообще тут пригодилась бы и бенза, и электропила большая для ускорения процесса. Ну, нижние ветки, смотрящие вниз, уже плодушкам тут не один десяток лет, наверное, конечно же, их нужно убирать. Поддерживаем вот так левой рукой за ветку, чтобы она не обломалась и не задралась кора. Ровненький срез на кольцо. Если не получается поддерживать ветку каким-то образом, и вы чувствуете, что она обломается, большие вот такие крупные ветви, надо вначале подрезать снизу, вот так вот, кору. Снизу подобрать, а потом резать сверху. Или еще один вариант. Обрезать вначале часть ветки, то есть облегчить ее. А потом оставшийся пенек, он уже не отломается, он легкий достаточно. Поэтому просто его срежем на кольцо. Смотрим в крону, видим множество сухих ветвей. Их будем убирать в первую очередь. Трущихся ветвей. Примерную картину можно уже себе представить. Далее, просто так вокруг этого дерева и не обойдешь. Это еще не самый страшный вариант. Бывает и такое, когда ветви висят сплошным шатром и невозможно близко даже к стволу подойти. Но в данном случае это нижняя ветка, она уже гораздо ниже горизонтали, она смотрит вниз. Плодовым этим образованием уже не один, наверное, не то что 5 лет, а не один десяток лет этим плодовым образованием. Приростов здесь практически, хотя еще есть и приросты. Смотрите, какая жизненная сила дерева. Вот вам горизонталь, вот вам классические законы. Однако все равно ветка вниз направленная, а продолжает прорастать. Продолжает давать годичные приросты. И все же, конечно, эту ветку, как ее, на ней сухих множество, переплелось все, ее необходимо удалить полностью, эту ветвь. Значит, тут хорошо бы, помощницей хорошей бы была и бензопила, электропила, но обойдемся тем, что есть. Так, значит, этот сук весьма тяжел. Он, если его начать пилить сразу и начать пилить вот так вот сверху, неминуемо обломается, вот здесь вот потянет за собой кору, и вот тут вот будет повреждение по стволу. Поэтому к таким сукам подходим следующим образом. Или отрезаем вначале его часть, где-то так, технологический рез делаем вот здесь. Ветка, основная тяжесть падает, а потом мы свободно, спокойно, вот такой вот легкий уже сравнительно сук, отпиливаем, как нам придется. Либо пилим сразу, снизу делаем надрез, для того, чтобы кора не задралась вот здесь вот. Вот так, глубже где-то до сантиметра, до двух сантиметров.
А потом эту ветвь отпиливаем сверху. Вот так. А пила у нас хорошо заточена. Поддерживаем этот сук, коль взяли спилить его целиком. Внимание! Вот он благополучно отделился от дерева. Как видим, срез получился ровный достаточно, благодаря нашему подпилу ничего не задралось. И не смотрите, что коричневая древесина в центре, это не больное, а его даже нельзя ногтем поцарапать, это крепко, это просто цвет дерева, древесины такой внутри, это не болезнь. Дерево совершенно здоровое здесь. Смотрим дальше, поворачиваемся, вот еще один такой сук вниз растущий, мешающий и непродуктивный. Также избавляемся и от него. Так, осматриваем, где лучше место для среза. Здесь я решаю, что лучше мне отпилить его будет, не поддерживая вначале с технологическим звеном. Вначале просто я отрезаю его тяжелую часть. Вот так. А далее могу электрической пилой или ручной вырезать этот конец. Вот так. Внизу стало просторнее. Начнем, пожалуй, борьбу с сухих веток. Для этого нам нужно вооружиться. Возьмем наш секатор. Секатору пока в бой идти рано. Снимаем его с шеста. Одеваем другой инструмент. А впрочем, и сюда может приспосабливаться пилочка, вот такая вот. Можно пилить, не снимая секатор. Но так в данном случае удобнее, просто производительнее. Вот так. Одели. Далее работаем. Сухие ветви. Постараемся их удалить как можно больше. Сухие, переплетенные. Все то, что можно достать с земли, не залезая в крону, удаляем. Идем снизу вверх, мы постепенно сможем таким образом попасть в крону, вот так. Стараемся обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Конечно, строго соблюсти здесь все законы резки бывает и сложно с первого раза. Потом что-то, попав в крону, можно будет подправить. И все же режем по основным законам, по канону. Вот так, на кольцо, не оставляя пеньков. Тут же желательно ветки за собой вытаскивать из кроны, чтобы они там не оставались, потому что можно забыть где-то, они будут мешать дальше доставать ветки другие, поэтому лучше их вытащить сразу. Вот так. Как снизить крону? Как пустить такое дерево на омоложение? Снизу мы подобрали ветви, сухие ветви мы убрали. В крону можно теперь попасть или по лестнице, или как-то так вскарабкаться на него. Теперь задача стоит, хотелось бы его сделать немножечко ниже, омолодить крону. Что значит омолодить крону? У этого дерева не было уже приростов, оно начало затухать в росте и так далее. Если мы сейчас сильно начнем обрезать ветки, коротко их будем укорачивать, из наших срезов пойдет молодая поросль, из которой потом можно, и обрезая их на следующий год, можно сформировать новую, частично новую крону. Итак, выбираем горизонтальную ветку, сильную горизонтальную ветку, желательно нигде, чтобы она не болела, чего, и над ней всю эту часть, которая идет в небо и вверх, недосягаемую часть, все это срезаем просто. Всю верхушку обрезаем. Либо стоя на земле, либо залезь
залезши на лестницу, в крону, вот эту вот часть, вот, всю вот эту вот верхнюю часть, вот всю, она уйдет, обрезаем. Останется вот эта горизонтальная ветка, которую мы укоротим еще плюс ко всему вот здесь, вот в этой части, о, вот здесь. Всю эту вот поникшая часть, вот эта тяжелая уйдет, из этого среза, вот из этих вот здесь, вот отсюда пойдут молодые побеги, вот, и ветка эта обновится. А вот здесь вот из нашего среза, вот отсюда, вот из этой части, наверняка проснутся почки, и отсюда пойдут тоже молодая поросль, которая создаст уже у нас новую крону будет создавать. Это уже будут молодые побеги, это будет омоложение кроны. Еще можно сделать так называемую чеканку, то есть радикальное омоложение кроны. Если бы дерево было лет на 10 моложе, это можно было бы попытаться попробовать срезать ветви вообще коротко, вот так вот, на таком уровне, вот здесь эти ветви срезать, вот на этом месте срезать ветви, вот здесь вот, вот так. Вот так оставить мощный остов. И потом пошедшую молодую поросль уже переформировать и сделать низкую, молодую, новую крону этого дерева. Вот мы сухую веточку и отрезали. Деревцу легче стало дышать. Вот так. Опа. Все из кроны долой. Ах, как она задышит сейчас. Как пойдут молодые побеги расти? Вот так. А молодые побеги, молодое дерево, значит, обновление, молодые плоды, вкусные, сладкие, крупные. О, какую я себе расчистил окно. Красота. Так. Итак, как снизить эту крону? Обратим внимание на следующее обстоятельство. Дерево высокое, я здесь сижу, я возьму садовый опрыскиватель для борьбы с вредителями, с нашими садовыми, огородными. Трудно достать, даже будучи на дереве, высоко от земли, с лестницы до кроны. Дальше, плоды тем более снять тяжеловато. А хорошие плоды, все плодоношение перемещается вверх туда. И стоит ли держать в саду, на дачном участке, на огороде вот такое вот огромной величины высокое дерево, которое дает большую тень вследствие высоты своей? Конечно же, не стоит. Такое дерево нужно обновлять, омолаживать. Поэтому без страха большого и без риска, а наоборот для пользы дерева, убираем вот такие стволы, находим, которые идут высоко вверх, у которых есть сильные боковые ветки, вот она сильная боковая ветка, и на эту ветку, или на эту ветку, вот на боковую, можно срезать всю вот эту вот верхушку, без всякого ущерба. Из этой вот, из этого среза пойдет молодая поросль, из нее формируется потом новая крона. Значит, как срезать? Вот она, веточка идет, и над этой веткой, без большого пенька, как бы в продолжении ее, вот в такой вот плоскости, и обрезаем эту вертикалочку, вот так вот, верхушку. Опять же смотрим, если ветка сильно наклонена, делаем вначале в стороне надреза, в стороне вот так вот наклона этого, надрез первоначальный, вот так, чтобы кора не задралась. А потом с основной, с главной стороны отрезаем ветку до конца. Ну и нужно предусмотреть, конечно, такой величины ветвь, куда она упадет, чтобы ничего нигде не задело, не разбило. Может быть, крыши внизу есть, тогда в этом случае имеет смысл, наверное,
по одной веточке где-то поотрезать вначале, предварительно, а потом уже снять основную тяжесть тогда. Но у нас, поскольку внизу ничего нет, значит, отрезаем эту просто ветвь, вырезаем ее полностью и все дела. Вот таким вот образом. Как вытащить из кроны? Конечно же, драть на силу, вынимать вот так вот, наверное, не стоит. Лучше теперь, когда она засела, снять по некоторым веткам, по одной, вот так, брать. И потихоньку, потихоньку, плавно эта ветка сама покинет крону, почти добровольно. Обратите внимание теперь, так, что у нас получится. А что ж вы думали, дорастили? Вырастили такого монстра в саду. Теперь терпите. Врежьте его. Омолодив и обрезав крону, хорошо бы взяться помочь и стволу. Как видите, при малейшем прикосновении, вот в сухую погоду, осыпается старая кора. Это не болезнь никакая, это обыкновенное вот отмирание старой коры. Молодая там, оттуда, с той стороны, от камбия, нарастает, а старая кора тем временем вот шелушится и отмирает. Для того, чтобы поправить положение, во-первых, ну некрасиво смотрится дерево такое, которому рука человека не прикасалась. А во-вторых, вот в этих вот местах, вот под корой, зимуют множество вредителей. Уберем их домики с дерева. А для этого возьмем обыкновенный шпатель, знаю, что это такое, деревянный скребок, или в конце концов обратную сторону вот вашей пилочки. И легкими движениями то, что отшелушивается легко, вот отстает. Вот так, соскребем с этого дерева. Можно взять металлическую щетку, но она очень будет недолговечна, потому что кора эта довольно грубая. На более молодом дереве хороша металлическая щетка. А такую кору лучше соскребать чем-то более суровым. И сильно не повреждая кору, вот так, вот так, вот так. Сильно не повреждая ее. Вот так, пошелушим, пошелушим. Вот, обратите внимание сразу, какое оно становится немножечко, о, принаряжается как бы. Повторяю, что сильных усилий не затрачиваем, не прикладываем. Вот, легкие движения. Вот и все. Вот таким вот образом. Ну и понятно, хорошо бы под нашу обработку постелить пленку какую-то старую, линолеум и так далее, чтобы собрать эту кору. Или потом мелкими частыми граблями все это выгрести из-под дерева. Вот так. И сжечь. А теперь, после такой обработки, вот, дерево можно садовым опрыскивателем эти места и приствольные круги, и сам ствол медным купоросом, 3% раствором медного купороса, бордоской смесью. Но самое лучшее, самое ценное было бы для такой вот коры, для такого дерева, сделать следующее. Взять в равных пропорциях 1/3 коровяка, можно свежего, коровьего навоза, можно свежего, в данном случае 1/3 глины, обыкновенной, не нужно там она кирпичная какой-то высшего качества, простого качества глины, и сеянные золы, золы от древесных вот этих вот наших дров. Смешать это все, добавить немножко водички, такую болтушечку сделать, одеть резиновые рукавички или кисточку такую толстую, большую, и все вот это вот место, весь ствол этот обмазать вот такой вот болтушкой. Раза 3-4 за лето, и кора подтянется, омолодится. Одним словом, мы сделаем то же самое, когда после земляных работ каких-то руки на ночь мажем питательным кремом. То же самое, такой же питательный крем для дерева. Это коровяк, глина и сеянная зола. До какой высоты делать все это? А до той, пока достанут руки, дотянутся. До такой высоты пока не надоест. До такой высоты, ну, пока у вас хватит время этим заниматься. То же самое поступать вот с этим мхом.
Вот он какой порос. О, убираем его, счищаем его. Вот так, вот так, вот так. И мох наверняка не пойдет расти, если мы обработаем эти места опрыскивателем, медным купоросом или бордоской смесью. Вот так. Да, тяжело, конечно, работать с такими деревьями. Большой труд, но и результат потом не заставит себя ждать. Ну, а завтра проглянет солнышко, и сквозь эту прореху впервые, наконец, за много лет осветятся здесь трава, гряды. Ну, и дерево заживет новой жизнью. Трудитесь!